Машину, короче, согнуло полностью. Всем привет, друзья! В этом ролике мы разыгрываем игру BMG Drive. Что нужно сделать? Лайк, коммент и подписка, и вы участвуете в розыгрыше игры. Всем удачи! Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, как всегда, отличное настроение, сегодня мы играем BMG Drive, это очень классная игрушка, буду ее записывать первый раз на своем канале, поддержите лайкосиком, а у нас сегодня карта Смертельный спуск, если пейте, кушайте, приятного аппетита, а я буду пытаться спуститься и остаться целым, погнали. Ну что, пытаемся съехать, давайте для начала будем съезжать очень аккуратно и посмотрим, смогу вообще я съехать, чтобы машина хоть немножко осталась целой. Так, потеряли немножечко декорацию там глушителя. Так, нормально, нормально, нормально. Так, встаем на колеса, отлично. Давайте попробуем задом, может задом более безопаснее будет. Тихо, 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 осторожно. Так все было продумано. Офигенная игра BMG Drive, поэтому я надеюсь, найдутся фанаты по этой игре. Я скачал мод на мультиплеер, будем вместе с вами играть. Так, заходите в наш Discord, поиграем в мультиплеере. Будет очень прикольно, кстати. Копы и полицейские там с... бандитами, например. Ну все, не получилось. Давайте еще разок, только попробуем на скорости. Полетели. Первый есть прыжочек. Осторожно. Осторожно контролируем ситуацию. Блин, она такая немножечко крутящая машина очень. Нормально, мы едем. Все хорошо, это починится. Это тоже починится. Это не починится. Хорошо, давайте я вам покажу, какие у нас еще есть жиги. Здесь очень прикольно, у нас есть шестерочка, есть копейка, двойка прокачанная у нас вот есть, где она здесь, вот. Два моста ведущих, тут прям вообще мощь чувствуется. Сейчас мы на этой горке, потом возьмем другие, тут уже есть разные спуски, будем сейчас разные тестить. Отлично, я еще пока мисс донизу ни разу не доехал, это очень сложно. Но это возможно. Я даже не знаю, возможно ли очень аккуратно проехать. Если кто-то из вас доезжал, напишите в комментах. А, ну все, вот я и спустился. Кстати, насколько слышу, движок заведенный еще. Машина на ходу. Это все чинится, ребята. Это все перекупы переподмажут, сделают, все будет четко. Машина на ходу полном, смотрите. Что значит Жигули? Конечно, только прямо. Хорошо, теперь мы возьмем машину от разработчиков BMG Drive. Смотрите, у нас есть такая машина, мне нравится... давайте оффроуд, потому что здесь будет более мощная подвеска, крепче. И еще есть фишка BMG Drive, кто знает, замедление времени. Это вообще очень крутая фишка. Будем стараться съехать осторожно, ребята. Вот, блин, ну. Что-то не получилось. А. Хорошо, хорошо. Есть. Дали. Дали. Очень устойчивая машина, кстати. Так. Прыжок. Тормоз. Тормоз, отлично. Прыжок, тормоз. Надо немножечко подгазовывать перед самим прыжком. Здесь легко. Здесь тоже легко. А, тихо, машина, машина, машина. Стой, стой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да, блин, вот все, вот с этого момента что-то сейчас пойдет не так. Но я буду пытаться выровнять. Ай-яй-яй, надо газовать в эту сторону. Вот. Ну, давай, машина, ну. Кстати, я вижу, что машина от самих разработчиков более интереснее развивается. Более больше запчастей. Ох ты. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас мы замедлим время перед самим падением. Ой, красота-то какая. Хорошо. Попробуем на скорости на этой машине. И меняем трассу на другую. Прыжок, отлично. Все контролируем. Это было задумано. Это ремонтируется. Мне кажется, это прям очень жестко. Ну ничего, мне нравится. Бум. Ну ничего, мы сейчас доедем. Тут есть вообще лысая горка, и мы там можем вообще протестить, просто делать прыжок и проверить, до скольки мы можем метров пролететь. Там есть разметка на дороге. Так, мне интересно, тут надо скорость сделать или лупаш? Давайте попробуем просто наваливать. Отлично, проскочили. Проскочили. Ух ты, эпично. Смотрите, как движок вылетел. Это было круто. Отлично, прям какие-то крепления там. Все вообще разлетелось. Хорошо, давайте еще разок, только попробуем проехать.
Сейчас именно на умение. Я вижу, здесь есть как бы вот проезды специально для машины, но надо заранее тормозить. Такова лошматки, ну. Ух ты. А даже от такого удара просто машина непригодна ничему. Кстати, я завел... А нет, я уже не заведусь никогда. Движок отсоединяет шланги все. Так, медленнее будем. Медленнее. Я сейчас думаю, что у нас получится. У этой машины тормоза вообще ни к чему. Смотрите. Что это? Что это за тормоза? Ну что это? Да что это такое? Ха? Красиво, ребята. Это был опыт. Это был не опыт. Тихо, тихо. Осторожно. Тихо, тихо. Съезжаем. У меня получается все. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин, ну еще машина как бы ремонту подлежит. Немножко колеса в другие стороны смотрят. А, здесь читерски, да, можно съехать? Ой, красиво. Красиво проскочил. Да, здесь можно съехать. Ай-яй-яй, ну я старался. Ну все. Я думаю, что еще будет машина работать. Вот это закрутило. Ой-ой-ой, этот удар смертельный. Нет. Она не рвет, она какая-то занижена. Она просто для понтов сделана. А ну смотрим, сможем здесь краешку проехать? Да, здесь разработчик так сделал, что можно съехать. Давайте на всех щах прям сядем, проверим, сколько оно лупашит. 230. Ой, ты, ё-моё, там вылетел движок, походу. Или что-то случилось с ним. Это трындец. Хорошо, давайте возьмем кто-нибудь получше, покрепче. Давайте возьмем оффроуд. Тут у него, смотрите, какая подвеска прям очень высокая. Мне кажется, это будет прям вообще круто. Ух ты, вот это именно высоченная. Ну что, ребята, показываю, как не нужно съезжать с горки. Хорошо едем. Она очень хорошо управляется. Отлично. И сейчас будем смотреть, как она разлетается на куски. Бум, минус колесо. Капот выгнуло вообще. Все, колесо, короче, говорит пока. Вот это жесть. Кто-то ее раскрутило. Летим дальше, летим даже на другую горку. Вот это. Ух ты. Ну что, еще разок, только более осторожно. Мне кажется, это машина, смотрите, прям хорошо тормозит. Можно полностью остановиться. Здесь резина прям злая. Ну что, летим. Осторожненько, что-то движок немножко уже краснеет. Почему-то. А, я еду на первой скорости, надо аркаду включить. Извиняюсь, не туда смотрел. Сейчас мы съедем по красоте. Тормоза здесь прям отличные, смотрите. Прям вообще ни о чем. Что есть, что нету. Ой, колесо мое. Колесо, давай, увидимся. Ого, оно отскочило, колесо мое полетело. Мы сейчас съезжаем, ребята, это не конец. У нас еще одна горка впереди. Так что смотрим ролик до конца, потому что будет дальше еще жестче. Ну что, попробуем пролететь на дурачка. Посмотри, сколько эта жига жжет. 190, вообще наизично. 200. 240 и все. Это легкая трасса. Вот до этого прилив земления. Вот это было прям сильно. Жестко. Вот это мощный удар был. Ну что, пожелайте мне удачи. Полетел. Если что, замедлить время успею. Отлично. Ой-ой-ой-ой, еще будет мощный удар. Бум. Красиво отлетело колесо. И номер. Ну да. Летим дальше. Ускоряемся. В реальном времени. Замедляемся. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, мы еще нормально летим, ну. Ох ты. Хорошо, давайте возьмем машину от разработчика. Она будет более красиво разлетаться. У нас есть здесь машина, кто не знает, здесь очень много модификаций. Есть такая вот демон. Это прям очень злая машина, она прикольная. Надо уметь ее управлять, конечно. Она именно на второй так мочит. Смотрите ее скорость. Ракета летит, запущена. Бу!
Ой, красота какая. Летим дальше. Что, за трассу вылетел? Движок поджег. Кстати, здесь можно движок спалить. Да-да-да-да-да. ГРМ поврежден. Съехали. Мы это сделали. Давайте взлетим повыше. А это успевает? Ой, красиво. До скольки долечу? О, отлично. 170. Бум. Кстати, очень прочная машина оказалась. Рассчитана даже на такие удары. Она еще, кстати, заведется, да? Не хочет. Ну что, давайте возьмем теперь машину. Что-нибудь такое интересное. О, он переключается. Движок уже начинает переживать очень. Отлично. Проезжаем. Ух ты, видели миллиметраж? Ух ты. Сразу ось улетела с колесами. И еще колеса улетят сейчас. Бум. Красиво. Бак загорелся. Топливо в воздухе. Смотрите, как рассеивается. Обожаю эту игрушку. Очень круто сделано. Смотрите. Прям можно фильмы снимать. Полетели дальше. Это мало еще. И еще надо потерять полкузова. Короче, машина разлетелась вообще до куски. Я думал, она пополам, но это просто в текстурку пролезло. Сейчас смогу проехать. Я даже вижу траекторию. Надо просто левее держаться. Фотка. 140. Отлично. Отлично. Мы летим. Отлично. Не обращай внимания. Терминатор бы выжил. Видели, как уклонился? Фух. Это будет красивый удар. Машину, короче, согнуло полностью. Фрагмент колеса улетел куда-то. Красиво. Вот эта машина разлетелась. Ребята, если понравилась эта игра и вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще.